have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, this is the police. Thank you again 2. For your time, Mr. Kogan. Вот это and мы пропускаем, потому что у нас было, пожалуйста, кто хочет, блин. Я буду рандомно сейчас, давайте я пропущу этот момент. С моей точки зрения это все крайне неправильно, то, что они делают. Ладно, мистер Нэш, я выздоровел, готов к бою, супер, спасибо. Перебрал с выпивкой, едва ли смогу работать. Продолжить. Пусть сидит дома. Да-да-да-да-да-да-да. Ага, придурок. Сегодня похороны Лок Мустард. Хочу почтить память. На пару часов, да, иди. Мустард вообще максимально тупо погиб. Просто, я не знаю, игра вытворяет все, что хочет. Выбирайте сами. Так, ой, у нас Дольче. У меня получается два расследования сейчас. Кого бы. Давайте, может быть, к Лимзи. Пойдет на кадров по школьнику, да? Нет, давайте так. Ты пойдешь у нас кадры по школьнику искать. А здесь мы назначаем Муратяна, Дольче, это вот все. Продолжить. Пусть занимается потихонечку. Нам, по сути, даже... Блин, нам не надо было назначать на втором. Мы знаем, кто виновен. Ладно, пофиг. Так, школа. Девочка нашла живого ежа и принесла его в школу в пакете. Учитель хотел отнять его престижа, но девочка ударила ее пакетом с ежом по ноге. Иголки провали учителю брюки. Линейку хочет проучить. 315. Ну, вы справитесь. Похороны Мустарда. Просто трындец. Я до сих пор в шоке. Наташа Мустард. Блин, ясно. Неважно, кто первый бы погиб, все равно вы ко мне пришли бы с претензиями. Нет, никаких 2000. Все, идите нафиг. Зато мы теперь можем спокойно убить. Ранен в ДТП. По предварительным данным он был пи... Почему из двух полицейских, которых я отправляю на зад... Почему за руль садится именно пьяный? Игра, объясни мне, пожалуйста. То есть, серьезно, я же ни одного полицейского отправил. Я отправил двоих. Почему за руль сел именно пьяный? Вот такие подставы, это просто отвратительно. Вот Готхарн, он же поехал нормально? Нормально. Три дня в больнице. Климзи, блин, ну ты, короче, этот, ты попадаешь в истории постоянно. Женщины долго не подавали заказ. Ага, поднос, да, помню такое. Поднос, под глаз, под все что угодно. На, поехали. Выхватить девочке пакет. Загороди девочку с собой. Ударить учителя большим ножом. Ладно, использовать шокер. В прошлый раз мы этого учителя убили, если что. И это тоже было правомерно. Так, ты у нас пойдешь немножечко, наверное, в интеллект. Да, музыка вернулся. Все прошло хорошо, я рад, что мои коллеги были приличные похороны. Спасибо, что отпустили, пожалуйста. Красавчик. По-моему, в первый раз у меня такое количество людей на смене. Отдайте коробки мне. Я точно знаю, что с ними делать. Готхарн вернулся, супер. Разрулил ситуацию. Заломать.
Ударить ее дубинкой. Она пришла в себя, и она сказала, что вовсе не хотела. Да. Все мы не хотели. На тебе скорость. Хорек. Так, девушка пришла на собеседование, а судебный клерк начал требовать от нее секс в обмен на должность. Ну что ж, отправим на кекс вот этих вот двоих. Я жду возможности избавиться от Пенкина. Он не будет никуда ездить, он не будет ни... Я хочу от него хорошо избавиться, красиво, чтобы он как-то сдох каким-нибудь образом хорошим таким. Судебный клерк. Заломать клерка, что с ним еще делать? Гражданский невредим, супер, красавчики. Вот. Микола Музыка у нас. Красавчик. В прошлый раз он был как козел отпущения. В этот раз с Климзи у нас случается всякая фигня. Нет, с музыкой тоже, конечно, бывает, но в этот раз он получше. Молодой парень с девушкой хотели зарегистрировать брак, предварительные записи. Да, помню такое. Мы пока что, если кто вдруг что не понимает, что происходит, мы переигрываем быстренько то, что было. Смотрите, там с первой по четвертую серию или что-то такое, там объяснялось. Там мы все это проходили вдумчиво и нормально. Испугался ребенка с револьвером. Револьвер не настоящий. Давайте. Блин, серьезно, двадцатки не хватает. Возьми Джейкоба с собой. Револьвер не настоящий, нечего бояться. Парень схватил пожилую сотрудницу ЗАГС за волосы, бьет ее лицом. Большим ножом ударить парня. Ну так. Большим ножом в спину. Он умер от болевого шока. Сотрудница ЗАГС сломан нос, но жить она будет. Я не хотел тратить тазер. Если что, это так работает полиция, да. У тебя есть возможность выстрела из тазера, но ты скорее убьешь человека, чем будешь тратить на него казенное имущество. Угроза взрыва. Да. Копы прибыли на место и готовятся к операции. Поехали. Нет, я все это, в принципе, знаю. Продолжить. Попробуем провести эту операцию по-человечески. Так. Хорек, конечно же. Небольшой бонус точности или штраф представили противнику в укрытии. Да, хочу. Лучше прячься за небольшими укрытиями. Да, хочу. Взрывные устройства. Да, хочу. Хамелеон, хорек. Так. Дальше видите, лучше вскрывать. Хамелеон, хорек. Да. Ты заставить сдаться. Давай вот так. Попробуем. Я сейчас на самом деле очень рискую. В первый раз я эту операцию завалил, во второй раз я просто поставил сюда Пенкина, чтобы он сдох, тварина, а вот в третий раз я сейчас пытаюсь сделать эту операцию по-серьезному. Тут у нас full cover. Тут у нас кавера никакого нету. Идем в full cover, наверное.
Тут частичный кавер, тут тоже частичный. Вот сюда full cover. Нас не заметили, хорошо. Что я могу с тобой сделать? Я тебя буду сразу убивать, пофиг. Потихонечку подходим. Тут у нас частичный кавер, да? Давай, наверное, вот сюда частичный кавер. А я не могу. Как мне там было использовать снайпера-то? И у нас тут никого нету, да? Вы хотите сказать? Блин, опасно. Если его заметят, то его могут заметить. Мне неприятно то, что он там один. Надо будет потом подтянуться к нему потихонечку. Как посмотреть, что у него есть? У него есть флешбэнг. Флешбэнг я не хочу на самом деле. Фа-ф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 а
Давайте я попробую перебежать. Я надеюсь, что там никого не появится посередине. Он без укрытия остался, мне это немножечко тревожит. Что я могу с ним сделать? Я могу его из тазика рубануть. Арестовываем. Ну, то есть, я уже на него потратил тайзер, убивать его сейчас, наверное, бессмысленно. Мы все через одно заходим, или мы два на два? Он меня не заметил, да?
Так, окей. И мы знаем, что там есть чувак. Что самое важное. Поехали, подходим. Двоих мы уже нейтрализовали. Раз. Два. Обратно в full cover. Где мне вызвать... А, вот снайпер. Кавер обратно. То есть я сейчас вышел чисто подсветить его. Ножом. Подходим. Мне нравится, что чувак опять остался у нас просто на улице стоять. Если там кто-то сейчас выйдет, это будет некрасиво. Я не видел хода преступников. Сюда, наверное. Даже, наверное, вот сюда. Мы сейчас будем потихонечку отходить, если они придут. Так. Заходим. Двое, да? Отходим сюда. Я даже не знаю. Ну давай сюда отойдем. Придется стрелять. Как ты не попал? Как ты не попал? Ранение. А ты что, перезарядить револьвер? Ну, убить его, да.
Как ты не попал? Наконец-то. Умрет через 7 ходов. У меня медицинского ничего нету, да? Это печально. Так, двигаться он не может. Промазал, пофиг. Так, мне нужен снайпер. Блин, а ты из-за него пройти не можешь, что ли? Ну, давай сюда беги. Это печально. Я что-то не подумал, что я перегородил выход. Конечно, ты промахиваешься, пофиг. Время тикает, это прям печально. Попробуем, если получится. Получилось. То есть хода я не доставал, но совсем маленькие шансы попасть, да? Ну да, промазал. И он там заперт, понимаешь, в чем прикол? То есть, вот это сейчас выйдет, он будет нас стрелять. Я могу попробовать еще раз? Второй раз промазал, ну, в принципе... Ничего не поделаешь. Их там уже двое? Промазал. Хорошо! Хорошо! Красавчик! Третий. Блин, они его сейчас будут просто все массово добивать, да? Трындец. Нам надо спешить ему на помощь. Сколько у нас осталось до перезарядки? Еще два хода. Минус. Э-э-э.
Блин. Перезарядись. Тебе придется еще много стрелять, дружище. Есть! Пожалуйста, попади. Если ты сейчас попадешь, ты просто, блин, коп-герой нафиг. Да, тут промазал. Мне нужно вот этого чувака за углом снять, он просто мешает. Он просто прям мешает. Он там как заноза в заднице просто застрял. А, убил, да. Так. Дружище. У нас хватает, кстати, патронов. Промазал, ну пофиг. Я его потом арестую. Давай подходим сюда. Не-не-не, ножом. Все, мы победили. Блин, одного хода, одного собака хода не хватило, и мой бы чувак выжил. Одного хода, блин, чувак, Готхарн, извини. Просто чуть-чуть совсем не дожали. Печалька. Вот его реально жаль. Так. Скорость. Тебе стрельбы немножечко подкрутить. На тебе скрытность, наверное. А, так. А вы еще успеете на вызов съездить? Хорошо. Голый старик с кнутом пытается регулировать движение. Голый муж. Иди, Flower Pots. Только в аварию не попади, пожалуйста. Тайны коробки. Открыть расследование. Нам нужно мужчины в балахоне больше. Так что... Это такое секрет. Открыть расследование. Мне тут не хватает одного, но сейчас посмотрим. Значит, сидят на полу. С другим мальчиком выходит из дома Элмеров. Это вот сюда. Самокат. Нет, самокат мне не нужен. Мне нужна еще одна фотка. Значит, не хватает. Завтра дорасследуем. Покушение на убийство. Да, никакого пистолета не было. Похороны. Организовать церемонию. Да, пожалуйста. Ну, чувака реально очень жаль. Подкрасться. Угу. На тебе еще скрытности за то, что хорошо подкралась. Мне на самом деле немножечко дико то, что там, например, полицейские выехали на какой-нибудь спецвызов. Вот, а после этого приезжают, их еще раз на один маленький вызов отправляют куда-нибудь, какого-то голого старика ловить или еще что-то. Прям неплохо. Нам сейчас, конечно, за погибшего полицейского вычтут. Подожди, погибший полицейский на задании не считается погибшим полицейским? Подожди. Так. 700!
Я впервые могу нанять всех трех полицейских. Макперрот, Алиев и Валентин. Ну, это прям шикардос. Сколько я тазеров потратил? Один или два? Два, по-моему. Короче, ладно, надо будет закупиться еще этими, по возможности. Тут нам шокеры предлагали, кстати. Фух. Вот ты на смену, ты. Аронович, отдыхать. Иди сюда, сюда. Куросава у меня же еще остался. Блин, я забыл про этого дебила. Дольче. Ты что, не хочешь работать каждый день? Ладно, фиг с тобой. Ну и вали обратно. Да. Все, от Пенкина избавились. Нахрен его. Жаль, что не убили. Но, по крайней мере, да, мы от него избавились. И на том спасибо. Так, Мурадян останется дома. Дольче не хочет работать. Климзи в больничке. Аронович и Флауэрпотс остаются дома. 11 копов. В принципе, двое-трое сейчас уйдут на расследование. Завершаем день. Не, это уже было. Чекпоинт. Ладно, ребятушки, тогда получается сегодня один день, одна серия, но это было продуктивно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда.